Всем привет! Веломода представляет велоштаны женские, которые выглядят следующим образом. Это велоштаны для катания в холодное время года. Конечно же, традиционная молния, но обратите внимание, как приятно она сделана. Она сделана наискосочек с такими светоотражающими элементами по бокам. Вот так она расстегивается. Она не очень длинная. Сейчас я скажу вам, какая ее длина. Она длиной 17 сантиметров. Имеет здесь специальный хомутик такой для того, чтобы очень приятно был спрятан кончик молнии в нем. И далее идет светоотражающий элемент. Интересный крой. Как всегда, такие плоские швы. Велоштаны в данном случае представлены моделькой без памперса, то есть это классика. В них будет приятно еще и просто прогуляться и даже побегать по утрам, в общем-то. Вот такая универсальная моделька. Широкий пояс, который будет очень приятен в носке. Это действительно очень интересная вещь. Вот здесь вообще отсутствует резинка впереди. Это придаст действительно невероятного комфорта при поездках. Вот это место напрягает иногда, когда здесь находится резинка. В данном случае конструкторы велоодежды предусмотрели все для комфортного катания. По ощущениям, такой не тонкий флис, но вот, наверное, та приятная серединка, которая должна быть для того, чтобы катание было комфортным, но в то же время человек не потел и не перегревался в этих велоштанах. Отлично будет отводить влагу. Это специальная ткань. Она очень хорошо тянется. И сейчас мы сделаем традиционные замеры. В данном случае у нас моделька размером L. Давайте посмотрим на нее. На эту этикеточку. Размер L. И сейчас сделаем замеры. Я делаю все замеры в нерастянутом состоянии. Поэтому смотрим внимательно. Талия 35 умножить на 2, 70. Длина штанины по внутреннему шву. Сразу говорю, что не будет она короткая, эта штанинка, ни для кого. Замеряем и получаем 76 сантиметров. Отлично. Вот такие велоштаны. Думаю, что они придутся по вкусу нашим велосипедисткам. Кому хочется более еще комфортного катания, оденет под низ велотрусы с памперсом. И, пожалуйста, можно кататься с памперсом и зимой, используя летние велотрусы. И вот такие штаны будут прекрасно вас сопровождать ежедневно. С вами Веломода. Приходим к нам и приобретаем самую интересную, высокотехнологичную и, конечно же, комфортную велоодежду.